На какие статьи расходов жители города Ульяновска не готовы тратиться? От чего они готовы отказаться? И как они формируют свой личный бюджет? Узнаем у жителей нашего города. У меня более-менее приличная пенсия. Муж у меня еще жив-здоров. Ну, слава богу. Так что мы вдвоем живем, и нам хватает на все. Ну, на здоровье, я думаю. На здоровье, да, больше на поездки. На здоровье много уходит денег. Много. Да. А зачем их беречь? Зачем? Это значит ждать чего-то плохого. А я живу сегодняшним днем, когда мне хорошо. Это правильно. Но скажите все-таки, вот на что вы бы все-таки направили большие суммы средств вот из своих каких-то социальных расходов? На какие? На поездки на море. На море. На семью и путешествия. С семьей, конечно. Ну, скорее всего, наверное, лучше копить на какие-то там путешествия, еще что-то. Здоровье. На здоровье в первую очередь. Здоровье и недвижимость. Ну, как обычно, жилплощадь расширять. Потратил бы на переезд отсюда куда-нибудь подальше.